Всем огромнейший привет, с вами Айс, мы продолжаем прохождение такой игрушки, как Брейд. И продолжаем совершать разную фигню. Фигню или не очень? Когда как? В принципе, очевидно, что нам нужно две башки сюда загнать как-то. Каким-то макаром. Ну как каким-то обычным макаром. Искривление времени. Да не, не успею. Каким образом я не успею это сделать? Погодите. А-а-а, подождите, а если так реально делать? Блин, а как только, как вот это сделать, да? То есть на растение влияет время, да? А на этих же нет. То есть отматывая назад, мы отматываем растение. Оба. Оба. А нет, смотрите. Нифига. Блин, а почему так? Вау, как я это сделал? Я просто время остановил каким-то макаром. На ноль поставил, короче, время остановилось, прикиньте. Офигеть. Хотя как время на ноль поставить, подождите. Подождите, подождите. Как я сделал так, чтобы время остановилось? Да подождите, блин, как это получилось? А, вот как. Понятно. Понял. Нет, я понял, как сделать. Ясно, короче. А нифига, видите, да? Один хрен так не получается. Почему? Чего не получается запрыгнуть? Вот в чем беда. С этим я разобрался, что делать. Ку хрена мне, извините, не получается запрыгнуть. Можно вперед время мотать, толк будет такой же, да. Оба! Да ладно! Класс! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Ай-яй-яй-яй! Злобный тролль! Не надо мне тут такого.
Подождите. Так. Так. Пока что остальные как-то так сложно представить, как они будут стоять, хотя... Наверное, вот сюда. Наверное, как-то... Как-то будет где-то тут. Да не вертись ты, блин, опять это... Ладно, это не важно, пока что. Работа с лифтами. Хую красота. Вначале эта музыка мне как-то не очень понравилась, но потом... Потом она оказалась очень классной. Так нечестно, подождите. Вот так. Ну, вроде тут было не так сложно, согласитесь. Знаете, в сумме шансов нету, типа, да? А, как без шанс? Я же могу замедлять время вот таким способом. Совсем забыл про это. Я просто как-то это немножко офигел, а что мне делать? Ну, как-то так, наверное, действовать. Что с другой стороны? Надо забрать, то есть что-то не то, что-то не то. Что-то не то. Кажется, понял. Кажется, понял. Твою мать. Должен успеть, должен, ну давай, давай. Отлично.
Догадался! 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 Ах, класс. Обычно такие загадки вызывают стопор на большее количество времени. Понятно тогда, ни хрена не понятно. Понятно, да, что надо сделать? Ай-яй-яй-яй, тихо. Тихо. Блин, это жесть. Это реальная жесть. Ну, чем макаром туда попаду? Ну, а реально, каким макаром туда попаду в таком случае? Нифига не понял, честно слово. С ключом я понял, ну то есть разобрался с лифтами вначале. Что же дальше? Нет никакой. Теперь я понял. Кажется. Блин, он там исчезает, эта хрень, видите? В чем проблема? Пу-пу-пум. Вот так вот.
разобрался, как взять эту штуку, по крайней мере. А, ну значит, то еще проще получается. Хотя она нет, она ж так не горит, да? Чем беда? Чем беда? Допрыгнул, видите? Тупо не допрыгнул. Попробую, конечно. А что я туплю? Я ж прекрасно понимаю, что мне там сделать. Ну-ну-ну-ну-ну! Нет. Такой ужас, конечно. Не могу зацепиться, видите, сразу. Потом еще и ползу долго. С одной стороны, где-то я прав, а с другой стороны, где-то я не прав в этом плане. Мне нужно конкретно, ну, время замедлять, понимаете, вот в чем беда. Как-то у меня опять, блин, вариантов очень мало. Разве что вот тут. Можно тут вообще сделать это? По идее можно. Подождите, так, назад немножко отмотаем. Не-не-не. Да, не вариант, видите.
Не вариант. Не вариант. Давайте попробуем сделать тогда вот такой вариант. Не знаю, получится, не получится. Такс. Делаем так. Делаем так. Блин. Реально нет, то есть мысли никаких, честно. Просто никаких мыслей нет. А, шарики за ролики заехали опять. Предположим, я ставлю, блин, искажение времени. Ну, предположим. Нет смысла. Мы это уже пробовали 25 тысяч раз. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну, не успею. Блин, ну гадство, ну как эту хрень сделать нормальной, а?
А что, если я действительно вот тут устанавливаю эту штуку? Да нет, ерунда. В воздухе не могу, я, видите, присобачить. Я мог бы ее в воздухе присобачить. Может быть, как-то так. Хотя, видите, там этот... Нифига. А, это абсолютно пофигу просто. Просто пофигу. Просто пофигу. Ну как туда забраться? Ну как забраться? Блин, ну бас, ну что так медленно прыгаешь? Слабенько. Головой об стену можешь же прыгать? Самое вот очевидное это вот так. Вот самое очевидное. Идиот, наверное, да? Хей, идиот, смотрите, мы что можем сделать-то, смотрите. Ай-яй-яй, тихо. Точно, 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 еще раз точно. Блин, я думал до этого, блин, 3 часа. Не-не-не. Ну спрыгни, почему ты не можешь спрыгнуть туда? Ну это жопа какая-то, ну реально. Смотрите, что ужас какой происходит. Видите, какой ужас происходит?
не там. Не успею. Не успею, это было очевидно. Это было очевидно. Ой-о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 й. Сейчас я уже спешу просто. Еще раз нет. Ну, я не успеваю, сука. Ну что это за... Я думал, хоть одна нормальная игра будет, где будут только логические загадки. Только логические загадки. И не надо буду прыгать, бегать, скакать, ползать, летать и так далее. Не знаю, видит слов. У меня просто нет слов. Нет, то это издевательство, да? Ну, блин, как? Вот максимум, максимум, насколько она поднимается, видите, вот. Ну собака! Это жопа какая-то, я не понимаю эту ситуацию. Не успею. Видите? Хоть ты тресни. Я не могу успеть. Я тупо не могу успеть, все. Я не могу успеть. Она так высоко не поднимается просто. Настолько четко надо попасть, но это... Ну и я, перный театр! Как вот тут, блин?
Не, это издевательство. Просто измывательство. Абсолютно ни при чем. Верхняя точка сама не успеваю ничего делать. Ничего не успеваю. Оперный театр. Ну вот, 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 высшая точка. Я не понимаю, кто за... Я не могу туда запрыгнуть. Ну я не могу, я просто не могу туда запрыгнуть. Вот видите, да, максимальная длина. Вот и все, не могу. Просто не могу. Задолбала уже эта хрень, честно. Хочу логические загадки, блин, а не запрыгивание, блядь, на пиксель. Опять я начинаю ругаться. Ну что такое? Ну, нахрен тебе, нану? Всем спасибо и пока.